Всем привет! Краснодарские спортсмены продолжают радовать. Баскетбольный «Локомотив Кубань» побил исторический рекорд страны. На площадках города вовсю работает проект продвижения и прошел чемпионат Южного федерального округа по древнейшей в мире интеллектуальной игре. Обо всем этом и не только расскажу в выпуске. Это программа «Город спорт». Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня в программе порадуемся за выход «Локомотива Кубань» в плей-офф Евролиги УЛЕП. Далее пообщаемся с олимпийским чемпионом. Затем узнаем, где можно с пользой для здоровья проводить каждую субботу. Расскажем о соревнованиях по триатлону. И напоследок узнаем, что такое игра ГО. Прошлую пятницу «Локомотив Кубань» в завершающем туре топ-16 Евролиги уступил Дарушу Факе с обидным счетом 87-86. Однако проигрыш никак не повлиял на положение в группе Е. «Локомотив» досрочно обеспечил себе проход в следующий этап Евролиги. Почему это так важно и в чем особое значение? Да просто «Локомотив Кубань» – первый за 26 лет кубанский клуб, который прошел в плей-офф престижного турнира Старого Света. Исторический момент. О последней игре «Лока» в топ-16 и ближайшем европейском сопернике расскажем далее. В матче с Дарушу Факой с самого начала краснодарцы идут вперед, и после первых 4 минут Лока уверенно ведет с большим отрывом. Соперник собирается силами и догоняет. К концу первого периода преимущество существенно сокращается – 20-23. Вторая 10-минутка проходит с переменным успехом. Гости забивают, хозяева отыгрываются. К большому перерыву краснодарцы вновь навязывают стамбульцам свою борьбу. Это дает ощутимый результат, и после второй четверти железнодорожники с хорошим отрывом ведут в счете – 38-47. Вторую половину встречи хозяева начинают гораздо активнее. Центровой турецкого клуба Семих Эрден набирает 8 очков за одну четверть. Остальные игроки Дарушу Факи не отстают. В четвертой четверти турки попадают еще больше. Краснодарцы вынуждены отстреливаться. Удача на сей раз не на их стороне. К середине периода «Локомотив», который всю игру вел в счете, сдает позиции. Несмотря на последний трехочковый Синглтона за 3 секунды до финальной сирены, Лока терпит поражение 87-86. Соперником «Локомотива» в следующей стадии плей-офф станет испанская «Барселона». В групповом этапе красно-зеленые уже встречались с каталонцами. Тогда команды обменялись победами. Оба клуба одержали триумф в родных стенах. Сейчас в очередном туре «Локомотив» имеет преимущество домашней площадки перед «Барсой». Это можно считать первым шагом на пути в финал четырех. Но заранее праздновать победу не стоит. Команда из Каталонии – очень серьезный противник. «Барселону» сложно назвать удобным соперником. Таких в плей-офф просто не бывает. Но с точки зрения интереса и внимания к серии сложно придумать вывеску лучше. Уверен, что на наших домашних матчах будут аншлаги, и болельщики станут нашим 6-м игроком. В регулярном чемпионате мы дважды встречались с «Барселоной» и обменялись победами. Фактор домашней площадки в этом противостоянии очень важен, и я рад, что это преимущество на нашей стороне. Почему же выход в плей-офф Евролиги УЛЕП так важен? Дело в том, что впервые за 26 лет кубанская команда сыграет в матчах на выбывание первого по значимости европейского баскетбольного турнира. Последний и единственный раз подобное удавалось женскому гандбольному клубу «Кубань» в сезоне 1989-90, когда он пробился в финал Лиги чемпионов ЕГФ. Выход «Локомотива Кубань» плей-офф Евролиги – несомненный успех кубанских баскетболистов и очередной успех кубанского спорта. Железнодорожники поддержали недавний почин женской волейбольной команды «Динамо», которая недавно уже во второй раз подряд выиграла Кубок Европейской конфедерации волейбола. Я желаю «Локомотиву Кубань» успешной игры в матчах на вылет и максимальной поддержки болельщиков. Плей-офф Евролиги пройдет с 12 по 26 апреля в формате до 3 побед. Победитель каждой из 4 пар сыграет в финале 4 13 и 15 мая. Лока откроет серию 2 домашними матчами 13 и 15 апреля. Ответные игры в Барселоне запланированы на 19 и в случае необходимости 21 апреля. Если для выявления победителя потребуется 5-я игра, она пройдет в Краснодаре 26 апреля. Начало 2000-х годов для российского гандбола – золотое время. Победы в чемпионатах мира и Европы и самое главное – золотые медали на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. В составе нашей сборной были и кубанские гандболисты. Сегодня в нашей рубрике «Город чемпионов» один из тех, кто внес серьезный вклад в эти победы. Мы пообщались с олимпийским чемпионом 2000 года в Сиднее и капитаном сборной России по гандболу Эдуардом Кокшаровым. Мне повезло, я попал в ту генерацию, когда действительно наша сборная была на самом верху. И занимала лидирующие строчки, то есть европейских и мировых, как говорится, чемпионатов. Поэтому, можно сказать, я благодарен за это судьбе, потому что в этой сборной такие великие игроки играли, как Василий Кудинов, Андрей Лавров, Александр Тучкин,
большое количество звездных гандболистов. И поэтому, может быть, скажем так, и выпала честь стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Потому что я уже буквально в 97 году в Кумамото, в Японии, это мне было в то время всего лишь 21 год, стал уже чемпионом мира. Поэтому я, как говорится, благодарен за это судьбе, что я попал вот именно в то время и в ту команду, которая действительно, можно сказать, молола всех на своем пути. Вот финальный матч Олимпиады 2000. Расскажите, пожалуйста, как это было? Как, насколько это было сложно? Или, может быть, наоборот, какие были эмоции от победы? Ну, мы ехали на Олимпиаду, у нас была достаточно такая дружная команда, у нас было одно желание победить. Конечно, никто вначале не знал, как это все будет, но было очень большое желание это сделать. Поэтому мы вместе все собирались перед каждой игрой, разговаривали, обсуждали, настраивались на каждую игру. Ну и так получилось, что все-таки мы дошли до финала всеми можными и неможными, как говорится, путями. И в финале мы встретились со своим тогда, скажем так, главным соперником, это шведской сборной. Игра была, конечно, тяжелая, то есть и она, можно сказать, как говорят сейчас спортивные комментаторы, качели были в одну сторону и в другую сторону, поэтому и сборная Швеции вела в счете, и потом мы вели в счете. Но все-таки, скажем так, как я обычно говорю, мы больше хотели победить. В Краснодаре, в Краснодарском крае, какова ситуация с гандболом? Конечно, нужно первоочередную задачу поддерживать и развивать, то есть социальную и инфраструктуру, и социальную политику правильно выстраивать. Я все это понимаю, но с другой стороны, также понимаю, что спорт одна из составляющих этих всех проектов, потому что без спорта люди, те же дети, которые у нас рождаются, растут, они не будут видеть, куда стремиться, и не будет, как говорится, у них перед глазами кумиров. И в связи с этим, конечно, тяжело нам. Мы всегда находимся в стадии поиска финансов, то есть каких-то денежных средств для элементарного существования. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это все было чуть немного в другом русле, потому что, по большому счету, есть большое желание заниматься делом, развивать и поднимать, как говорится, и вид спорта, и команды. А как дела обстоят у «Скифа», какие перспективы у клуба сейчас, как в чемпионате России, так и в принципе? Ну, скажем так, то, что мы ставили задачу в начале сезона, она была не выполнена по разным, как говорится, обстоятельствам. Это можно считать объективной, можно необъективной. Я со своей стороны считаю, что необъективной, потому что, естественно, мы начинали сезон без лидера команды. Потом у нас еще один лидер получил тяжелейшую травму, открытый перелом руки во время матча со астраханским «Динамо». И по большому счету мы на протяжении, скажем так, главной части чемпионата находились без своих лидеров. Ну, и поэтому нам буквально 2 очков не хватило, чтобы попасть в финальную шестерку. Хотя в концовке предварительного этапа команда показывала хорошую игру. То есть уже в гостевых матчах против лидеров нашего чемпионата были показаны неплохие, как говорится, амбиции нашей команды, которая проигрывала буквально по мячу. Нам где-то чего-то не хватало, может быть, это психология, может быть, где-то это физическое состояние, потому что у нас был очень сложный календарь. И, может быть, где-то кто-то дрогнул, скажем так. И на сегодняшний момент наша команда мужская состоит из наших кубанских воспитанников процентов на 95. Это ребята, воспитанники детско-юношеской спортивной школы и плюс центра спортивной подготовки. В прошлом году было принято решение, что мы будем опираться на своих воспитанников в основном. Поэтому здесь у нас, как говорится, хороший фундамент заложен. И все прекрасно понимают, что все другие команды в чемпионате России, что сейчас Краснодар
действительно имеет хороший фундамент и хорошую команду, состоящую из игроков, которые не превышают, скажем так, 23-24 года. Это, можно сказать, еще перед рассветом уже таких вот зрелых гандболистов. Поэтому все знают об этом и все ждут, что на следующий год все-таки наша команда должна побороться за более высокие места. И, пожалуйста, можно пожелание нашим спортсменам, будущим чемпионам от олимпийского чемпиона? Любите свою родину, любите свою малую родину, Краснодарский край, и она будет любить вас. В городе отключили отопление. Это самый верный признак того, что весна наконец явилась в Краснодар. Хочется как можно больше времени проводить на улице. Но просто так слоняться из стороны в сторону неинтересно. Нужно заняться чем-то активным. И в этом горожанам поможет проект «Продвижение». Что это такое, расскажем далее. География проекта «Продвижение» обширна. Тематические площадки каждую субботу будут менять дислокацию и таким образом побывают практически в каждом краснодарском дворе. На экстрим-площадках можно увидеть показательные выступления скейтбордистов, роллеров, BMX-еров, воркаутеров и трейсеров. Смогут краснодарцы и сами заняться экстремальным видом спорта, например, велотриалом. Чтобы овладеть азами, нужно примерно 2-3 месяца. Все зависит от физической подготовки. Я занимаюсь велотриалом около 3 лет. Меня заинтересовал этот спорт, потому что он экстремальный, достаточно сложный. Вот. И потому что если уже научился этому, то никогда не забудешь. Начинающим велотриалистам я посоветую побольше усердия, побольше выносливости и терпения. Вы знаете, здорово, совершенно неожиданно зашел на это мероприятие. Мне не хватало в жизни продвижения, а тут как раз смотрю этот проект. Походил, поучаствовал, понравилось. Думаю, чем-нибудь займусь, например, футбольным фристайлом. На тематических площадках пройдут турниры по мини-футболу, стритболу, баскетболу, открытые тренировки знаменитых футбольных клубов и квесты. А творческая молодежь готовит свои концертные программы. Выставочные центры, которые здесь представлены, и будут вместе с ними переезжать. Основная идея заключается в том, чтобы люди, наши уважаемые жители, знали, что такая площадка есть. Чтобы они в свободное время по субботам выходили здесь, общались, понимали. Это своего рода центр притяжения. Уже мы видим здесь очень большое количество людей, наших уважаемых жителей. И здесь представлены различные тематические выступления различных групп населения. Продвижение продлится до сентября. Каждую субботу новая площадка в разных районах города. Более подробно с расписанием можно ознакомиться в социальных сетях на странице проекта «Продвижение». Несмотря на временами пасмурную погоду, столбик термометра растет все выше и выше, а вместе с ним увеличивается количество соревнований на свежем воздухе. На выходных в Краснодаре прошло первенство города по триатлону. Спортсмены соревновались в кроссе и крутили педали на велотреке. Подробности в сюжете. На старт! Марш! Солнечным субботним утром на стадионе «Труд» побороться за звание лучшего спортсмена по триатлону в Краснодаре собралось более 50 человек. Обычно триатлон включает в себя бег, велосипедную гонку и плавание. Здесь все прошло немного иначе. Проводится открытое первенство города Краснодара по триатлону. Дисциплина называется «Дуатлон». Это бег, велосипед, бег. Участвуют ребята от 2006 года рождения и до самого старшего. Самый старший участник у нас 1982 года рождения. Соревнование является одним из отборочными на первенство края, которое состоится у нас в Сочи. И там же будет проходить спартакиада учащихся. У каждой возрастной группы своя дистанция. Старшие начинают с кросса в 2 километра, затем едут на велосипедах 8 километров и финишируют на беговой дистанции в 1 километр. Младшая группа стартует с 1000 метров, крутит педали 5 километров и также завершает километровым кроссом. Как говорят сами участники, из дисциплин дуатлона велогонка дается немного легче.
Самое сложное было, наверное, в конце убежать. Меня догоняли, я это знал. И поэтому перед соревнованием я поставил себе цель. Надо от них изначально уехать. Сначала держаться в беге, а потом просто от них уехать. Это у меня получилось, вот я первый. Конечно, легче ехать, потому что когда бежишь, работают все мышцы. А едешь, ты сел, ну и педали крутишь. Тут главное просто знать, как их крутить. Победители выполнили нормативы спортивных разрядов. Теперь они будут представлять сборную города уже на краевых соревнованиях по триатлону. Двигаемся дальше. От активности мышечной переходим к тренировке мозга. Вот какие интеллектуальные игры вы знаете? Сразу всплывают шахматы и шашки, но ведь понятно, что это не единственные логические игры и, более того, даже не самые старинные. Сегодня мы поговорим о древнейшей интеллектуальной игре, известной человечеству. Во всем мире ее знают под японским названием «Го». Каковы правила и на что похожа эта игра – в нашем сюжете. Что мы имеем? Два игрока, доска, расчерченная линиями 19 на 19 квадратов, черные и белые фишки, их традиционно называют камнями. Главная цель – захватить как можно больше территории на игровом поле, а для этого нужно оградить участок доски своими камнями. Можно еще захватить так называемых пленных, окружили вплотную камни соперника своими фишками – все, враг отправляется в темницу. За пленных дополнительные очки, важно не торопиться, тщательно продумывать каждый шаг, исследовать тактики и стратегии, если она, конечно, есть. Несмотря на кажущуюся простоту, всего один просчет может радикально изменить ход партии. Игра интересна тем, что у нее очень простые правила. Очень любят сравнивать го и шахматы, но потому что это самые два таких близких вида. В го правила гораздо проще. Здесь все фигуры, которые по традиции называют камнями, они равноправные. Здесь нету там пешек, королей и так далее. Здесь каждая фигура может... Они все солдаты, все в равных условиях. А предельный уровень абстракции, а как известно, человеческий мозг оперирует совершенно абстрактными вещами. То есть такие абстрактные фигуры помогают нам как бы видеть какие-то ситуации на доске, какие-то интересные комбинации. И эта игра в гораздо большей степени, ну, если можно сказать, мирная, потому что здесь целью не является уничтожение соперника тотальное. Здесь целью игры является захват территории немного более, чем у моего партнера по игре. То есть в этом в некотором смысле гуманный смысл этой игры такой сакральный, да. В России игра «Го» обрела популярность еще со времен СССР, с конца 60-х годов 20 века. Интерес к игре появился после публикации серии статей в журнале «Наука и жизнь». В настоящее время в Краснодаре существует краевая федерация «Го» и клуб, который в этом году отметил свое десятилетие. Краснодарская краевая федерация «Го» провела 7 турниров. Чемпионат Южного федерального округа считается крупным событием. И его в Краснодаре проводят уже в четвертый раз. У нас собрались сегодня люди не только с Краснодара, но также Ростовская область. Человек у нас приехал с Астрахани. Вот, и с районов тоже еще люди приехали. Всего у нас больше 30 человек участников. Ну, предварительно регистрировалось около 40 человек, но приехать смогли, к сожалению, не все. Вот, рассчитываем, что на осеннем турнире на первенстве города у нас будет гораздо больше людей. Призовую тройку турнира составили спортсмены из Краснодара. Они получили кубки, грамоты и денежные премии. Также успешное выступление на чемпионате ЮФО пополнило актив победителей очками в общем рейтинге федерации. Напоследок расскажем о недавних выступлениях краснодарских спортсменов в нашем дайджесте. Затем календарь спортивных мероприятий. Краснодар разгромил Урал. На своем поле быки принимали Екатеринбургский Урал. Хозяева сразу завладели преимуществом. Федор Смолов в первом тайме положил два мяча. После перерыва форвард Урала Эдгар Манчураян забил свои ворота, а после Смолов сделал покер, отправив в сетку еще два мяча. В концовке отличился бразилец Вандерсон, установив окончательный счет 6-0. Победа Краснодара. Смолов стал первым россиянином за 15 лет, забившим 4 мяча в одном матче. До форварда быков всего 10 человек делали покер в чемпионате России. После этой победы Краснодар поднялся на 5-е место в премьер-лиге. Футболисты Кубани проводили матч чемпионата России против московского «Спартака». Уже на 6-й минуте бывший полузащитник желто-зеленых Эвелин Попов забил мяч в быстрой атаке. Но затем бразилец Аподи волшебным ударом сравнял счет. А Максим Майрович воспользовался ошибкой вратаря хозяев Реброва и вывел Кубань вперед. После перерыва Куэнси Проманс отыграл отставание красно-белых ударом со штрафного. Но на большее команды не хватило. 2-2 – ничья, которая опускает Кубань на 14-е место в чемпионате России.
Краснодарская спортсменка стала чемпионкой России. В Пензе завершилось первенство страны по спортивной гимнастике. Дарья Скрипник из Краснодара завоевала золотую медаль в брусьях. Она разделила высшую награду с москвичкой Дарьей Спиридоновой. Обе спортсменки набрали по 15,3 балла. Бронза у олимпийской чемпионки Пекина Алии Мустафиной. Отметим, что помимо медали на брусьях, Скрипник заняла 4-е место в многоборье. Сочинский сноубордист выиграл 2 медали на чемпионате страны. В Миассе прошли всероссийские соревнования по этому виду спорта. В дисциплине Big Air золото взял Марк Теймуров из Сочи. Он на 4 балла опередил Михаила Матвеева из Москвы. Также Теймуров выиграл бронзовую медаль в зачете Slopestyle, отстав от победителя на 9 пунктов. В соревновании женщин от Краснодарского края была заявлена Светлана Виноградова, но она снялась с чемпионата ради подготовки к Кубку России. 14 апреля волейбольный «Динамо» отправится в Омскую область на матч с местной «Амичкой». Играют женщины. Баскетболисты «Лока» 15 апреля проведут вторую игру против каталонцев в плей-офф Лиги Европы. 16 апреля футболисты «Краснодара» сыграют с грозненским «Тереком». Матч на выезде. 17 апреля «Кубань» принимает лидера чемпионата «Ростов». Матч обещает быть жарким. Гостевой матч против «Барселоны» железнодорожники проведут 19 апреля. Болеем за «Локомотив». И на этом у меня все. Берегите себя и ведите активный образ жизни. Увидимся через неделю в новом выпуске. Это была программа «Город спорт». До скорого!